Здравствуйте. Вы смотрите «Правовое поле». Сегодня мы поговорим о надзоре за исполнением законодательства об охране окружающей среды и природопользования. Об этом нам расскажет помощник прокурора округа Воронин Евгений Вячеславович. Здравствуйте. Здравствуйте. С учетом жизненно значимой потребности общества и государства в защите и сохранении окружающей среды, надзор за исполнением экологического законодательства отнесен к приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры. В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 1 апреля 2014 года номер 165 об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, задачей прокуратуры является обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленную в статье 42 Конституции Российской Федерации. В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан хранить природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. Конституция Российской Федерации обязывает каждого хранить природу и бережно относиться к природным богатствам. Прокуратура округа организована взаимодействие с органами государственной власти региона, правоохранительными и контролирующими органами, действует межведомственная рабочая группа. В целях обеспечения экологической безопасности, защиты прав коренных малочисленных народов Севера заключены соглашения с Союзом оленеводов округа и региональным общественным движением ЕСАВЭЙ. Ежедневно анализируются различные источники информации, проводится прием граждан, проживающих в удаленных поселках в режиме видеоконференц-связи, выезды мобильной приемной прокурора в оленеводческие бригады. На системной основе ведется правовое просвещение и разъяснительная работа. Евгений Вячеславович, помимо Конституции, какие еще нормативными актами регламентируется природоохранное законодательство? И какие проверки и какие меры реагирования в 2017 году принимались? Базовым законодательным актом является федеральный закон от 10 января 2002 года номер 7 об охране окружающей среды. В нем закреплены компетенции органов государственной власти, местного самоуправления, специально уполномоченных органов в области охраны природы и использования природных ресурсов. Права и обязанности граждан и общественных организаций. Ежегодно прокуратурой округа выявляется более 300 нарушений законов в экологической сфере. Всего в результате принятых прокуратурой округа мер в 2016 и 2017 годах приведено в соответствии с федеральным законодательством 78 правовых актов. По требованию прокуратуры к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 80 лиц. По результатам рассмотрения судом 65 исковых заявлений прокуратуры восстановлены права граждан на благоприятную окружающую среду. Основные направления деятельности прокуратуры – выявление и ликвидация несанкционированного размещения отходов, защита водных объектов и биоресурсов, охрана земли, почв, охрана особо охраняемых природных территорий, охрана атмосферного воздуха и земли. Евгений Вячеславович, скажите, пожалуйста, какие основные нарушения в сфере экологии в 2017 году выявлены органами контроля? Несмотря на принимаемые органами государственной власти меры, организацию субботников, экологического просвещения, к сожалению, на территории региона по-прежнему возникают стихийные несанкционированные свалки. Так, например, на территории города Наринмара прокуратурой выявлено 5 мест несанкционированного размещения бытовых и промышленных отходов, в том числе и опасных отходов. Для их ликвидации направлены исковые заявления в Наринмарский городской суд. Ситуация в данной сфере продолжает оставаться неблагополучной в поселке Искателей, сельских поселениях Заполярного района. В этом году у нас, благодаря усилиям, созданной при администрации межведомственной рабочей группы по утилизации брошенных и бесхозяйных объектов в границах водных объектов бассейна реки Печоры, утилизировано 35 брошенных судов. Из них 8 судов утилизировано самостоятельно собственниками. Это проработало у нас управление имущественных земельных отношений НАО в рамках муниципального земельного контроля, понудило этих собственников убрать суда. 22 объекта у нас утилизировано в рамках нашей государственной программы по охране окружающей среды, и 5 объектов утилизировано собственниками земельных участков. В этом году у нас полностью зачищена береговая полоса озера Качгарт от брошенных объектов. Для нас было приятно принимать слова благодарности от жителей близлежащих районов озера Качгарт. В следующем году мы продолжим начавшуюся нашу работу по утилизации брошенных и бесхозяйных объектов в границах береговой полосы водных объектов, располагающихся на территории города Наринмар и поселка Искателей. Также департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО организуются различные акции. Например, в этом году у нас в рамках «Зеленой России» международная всероссийская акция и «Чистые берега»
было утилизировано более 5000 кубометров мусора. В акции приняли участие неравнодушные жители округа, а также организации предприятий различных форм собственности, начиная от органов госвласти, заканчивая национальными диаспорами. Прокуратурой округа в 2017 году также выявлялись факты нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Не соблюдаются нормативы установки урн, либо они отсутствуют, что способствует образованию свалок на территории города. В нарушение федерального закона об охране окружающей среды на озелененных территориях, земельных участках, вблизи домов длительное время находятся снегоходы, катера, лодки. О необходимости принятия дополнительных мер по соблюдению санитарно-эпидемиологического природоохранного законодательства на территории города проинформирован глава администрации муниципального образования городского округа город Нарьян-Мар. Важным вопросом является функционирование очистных сооружений в городе Нарьян-Маре. В хозведении у предприятия находится три комплекса очистных сооружений. Значит, это центральные очистные сооружения, которые находятся в городе Качгартинский, вот в районе Качгарта, и бандарные очистные. В настоящий момент, значит, у нас работают центральные очистные сооружения и Качгартинский. Бандарные у нас временно выведены из эксплуатации. На сегодняшний день начались пусконаладочные работы нового комплекса очистных, вот бандарные. Комплексное опробование и пусконаладочные работы, согласно нормативных документов, они проходят в течение 3-6 месяцев. Евгений Вячеславович, актуальным для округа остается охрана как водных объектов, так и биологических ресурсов. Что в этом направлении делается? Прокуратура округа также осуществляется надзор за исполнением водного законодательства в части обеспечения чистоты и охраны вод. Нарушения закона выявлялись в сферах установления водоохранных зон, размещение на их территории несанкционированных свалок и самовольно возведенных построек, сброса в Печору ненадлежащим образом очищенных сточных вод. Прокуратура округа путем обращения в суд обязала Департамент природных ресурсов установить и описать границы водоохранных зон озер в Нарьян-Маре и поселке Искателей. В апреле текущего года при пересечении реки Сула в необорудованной ледовой переправы провалились подлеты и утонули два автомобиля. Прокуратурой округа направлены исковые заявления в Ухтинский и в Ухтыльский городской суд Республики Коми в обязании индивидуальных предпринимателей осуществить подъем затонувших автомобилей. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования хозяйствующими субъектами устранены факты загрязнения нефтепродуктами водных объектов и земельных участков. Приняты меры по модернизации и установке новых очистных сооружений. Это позволяет обеспечить очистку сбрасываемых сточных вод в соответствии с нормативами. Во исполнение решений суда, вынесенных по заявленным прокуратурой округа требованиям, также возмещен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, на сумму более 200 тысяч рублей. Нарьян-Марским городским судом удовлетворены заявления прокурора о признании информации в сети интернет о способах изготовления и применения орудий лова запрещенной. Удалена информация об организации туров в природные заповедники на остров Вайгач и Югорский полуостров с целью вылова ценных пород рыб. Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Ненецкому автономному округу является структурным подразделением Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В полномочия отдела входит охрана водных биологических ресурсов, среды их обитания водных объектов Ненецкого автономного округа, в том числе Баренцево, Белое и Карское море в границах Ненецкого автономного округа. За отчетный период 2017 года были проведены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение незаконного вылова водных биологических ресурсов, в том числе анадромных видов рыб, такие как лосось атлантический, горбуша. За отчетный период составлено 86 административных протоколов. Три административных материала переданы для возбуждения в другие органы. И привлечено к уголовной ответственности 4 человека за незаконный вылов водных биологических ресурсов. Также наложено административных штрафов на общую сумму 876 тысяч рублей, взысканных штрафов на 490 тысяч рублей и установлен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, на сумму 120 тысяч рублей. У нас есть утвержденный план прокуратуры, Северо-Западной прокуратуры, согласно которому у нас были проведены 3 плановые проверки в отношении организаций, которые являются водопользователями на территории Ненецкого автономного округа. В настоящее время проводится 4-я плановая проверка, и по результатам проверок привлечены к административной ответственности юридические организации, сброс вредных веществ в водные объекты, которые превышают допустимые нормы. Евгений Вячеславович, прокуратура округа осуществляется координация деятельности как правоохранительных органов, так и органов контроля. В 2017 году в этой сфере каких удалось добиться результатов?
Осуществляемая прокуратурой округа координация деятельности правоохранительных органов позволила активизировать работу по выявлению и пресечению вылова водных биологических ресурсов, естественно, незаконного, объектов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации. По инициативе прокуратуры в 2017 году возобновил деятельность созданный при губернаторе природоохранный совет. В 2017 году существенно возросло количество совместных проверок с Росприроднадзором. Мы работаем в постоянном контакте с прокуратурой НАО. У нас создана рабочая группа межведомственная по этим всем вопросам. Значит, мы участвуем в совместных рейдах, в том числе и по выявлению несанкционированных свалок, по вопросу свалки, которая у нас была в поселок Искателях. Также в рамках работы межведомственной рабочей группы мы участвуем в рейдах в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения. Там у нас большой круг вопросов. В соответствии с положением мы осуществляем там лесной надзор, надзор за охраной животного мира, за охраной особо охраняемых природных территорий. Евгений Вячеславович, актуальным для округа остается вопрос как развития, так и создания новых особо охраняемых природных территорий. Да. В округе создано 12 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 1 миллиона гектар. Из них 2 федерального значения и 10 территорий регионального значения. При этом хотелось бы отметить, что в год экологии органами госвласти округа образовано 3 территории. В 2017 году по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования приведены в соответствии с федеральным законодательством положения о государственном природном заповеднике Ненецкий, заказников регионального значения в части обеспечения их охраны и управления, организации туристической деятельности, осуществления государственного экологического мониторинга. В целях определения размера границ правового режима особо охраняемых территорий прокуратура округа в Нарьянмарский городской суд направлены исковые заявления. В исполнение требований прокуратуры органами государственной власти округа на кадастровый учет поставлены 7 особо охраняемых природных территорий. В настоящее время устанавливаются границы 8 территорий традиционного природопользования. На сегодняшний день у нас на территории округа создано 2 особо охраняемых природных территорий федерального значения. И на сегодняшний день 10 ОУПТ – это регионального значения. В 2017 году при участии департамента создано 3 особо охраняемых природных территории. Это природный парк «Северный Тиман» и 2 заказника – Нижнепечерский и Хайпудырский. Благодаря созданию этих особо охраняемых природных территорий общая площадь созданных ОУПТ общего федерального и регионального значения составила 9,5% от общей площади территории округа. В 2018 году у нас планируется создание особо охраняемой природной территории заказника «Вашутинские озера». В завершение я хотел бы отметить, что только совместными усилиями мы сможем обеспечить экологическое благополучие в Ненецком автономном округе и сохранить хрупкую арктическую природу. О фактах совершения экологических правонарушений, бездействия или иных незаконных действий уполномоченных лиц, должностных лиц, прошу обращаться в прокуратуру округа. Телефоны вы можете видеть на экране. Евгений Вячеславович, спасибо большое за данное интервью. До новых встреч, уважаемые телезрители. До свидания.